Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Андеру-кун. И мы продолжаем наше приключение во вселенной Феникс Пойнт, Кровь и Титан. Мы выехали защищать Анну от чистых. Ладно, не буду кричать на всю хату. В общем-то, мы видим сходу одного противника, нас еще и в центре высадило. Техник Изабель, пауэрлифтер. Молот, нейронное разрушение. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это поганая вещь. Но это не такая жесткая броня, как до этого, да? То есть далеко не страшно. Турели она может ставить. Ты посмотри. Турель смотрящий. О, нейтрализатор, кстати. Я не против, если мне это дропнет. Вот мне интересно, эти сундуки, они помечены, потому что на них кто-то стоит из гражданских? Или они помечены, потому что они сундуки? Мы их чувствуем. Этот вроде вот не помечен. Так, один гражданский сверху есть. Его неплохо было бы защитить. Неплохо было бы с этим техником разобраться вообще в первый же ход. Просто самым безжалостным образом. Внимание, он один. Изабель Вебер. Инна. Опа. Еще штурм там стоит. Так. И что тут за супер броня? Голова молот, ноги пропеллеры. Голову надо отстреливать этому гаврику. В первую очередь прям. Но сначала техник с турелью. Я не хочу разбираться с турелью. И нейронная вот эта вот фигня. Так, одна голова хорошо, а нет головы лучше. Тут два гражданских сидят, тут два гражданских сидят. Видимо, ящики просто подсвечиваются. Еще где-то два в другой стороне должны быть. Кого ты видишь? Безголового, да? А обоих ты можешь увидеть? Ты можешь обоих увидеть. Ну-ка, Кажан. Расскажи мне, как у тебя с... Очень неплохо. Что я собираюсь сделать? Я собираюсь заюзать... За берсерк эти Кажанов. Да, точность с этой винтовкой остается вполне приличной, надо сказать. Добей эту, Изабель. Хорош. И давай Амалию. Ну такое себе. Хорошо, голову отключил, прекрасно. Снайпер, который походил, еще и три раза выстрелил. Это ж просто бомба. Женя может все что угодно. А, Женя у нас хэвиковский снайпер. Единственный в отряде. Зачем ему быстрое прицеливание? Оно ему не нужно. Воу, 45 брони. То есть мы 75 урона внесем. А этого достаточно. Более чем причем. Отлично. Сдон всем очки воли восстанавливает. Ага, тут 3. Тут два, то есть у нас тут вообще почти все гражданские есть на месте. Надо прикрыться хоть чуть-чуть. Но я подозреваю, что они высадились все в одной точке. Так, давайте, снайперы. У нас типа халявный овервотч.
Один Overwatch. Очень зло. Очень зло именно. Прям супер зло. Так, Кача-сан. Прочекай нам, что еще там есть. Никого. Блин, ну как-то не верится, если так честно. Спрячься тогда. Окей. Надо с этой стороны как-то отгородиться. Потому что у меня такое чувство, что... Еще с этой стороны, наверное, кто-то заспаунился. Нет. Ну что, серьезно, что ли? А где враги? Ладно, это. Законтроль мне эту зону тогда. Просто куда оставшимися ребятами разбегаться. Не, ну вряд ли здесь кто-то есть. Вот прям вряд ли, вряд ли. Может быть, просто они где-то здесь присутствуют поблизости. Эйс лесник пироман. Роман, на случай, если кто-то вдруг вот прям вылетит из-за угла, хотя мы должны были его увидеть, чтобы по своим точно не попал, встань так. Эйс в тяжелой броне. Ну, может, Эйса как раз наверх отправить погулять. Может, он тут сейчас как увидит кого-то. И на крышу Эйса отправить. Вот смеху-то будет. Хэвик с крыши. Не, ну а чё нет? Угу. Смотрим. Ух ты, дезориентировал нас. Ах ты ж гад. Вот так тебе за это. You like that? Вот именно что. Эйсу дезориентировали вообще все. Эд, а как ты так чекал? Вот объясни мне, пожалуйста. Как ты так разведку провел, что ты его не увидел? Это снайпер, причем. Причем с синедрионовской снапой, парень. Матрица боя у него. Вы посмотрите на него. У него оружия милишного нет. Он матрицей боя обладает. Снайпер с прыжком. Ладно. Эд, ну загляни уже тогда, чё, посмотри, нету его нигде. А, я понял, у него скрытность 10%. Ну, Эд, знаешь, это странно с твоей стороны, мягко скажем. Добивай. Так. А, это всё? Вообще. Изи. О, Эдвард, 7-й левел. Ура, 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 ура. А хочу ли я в эту Антарктику лезть с этой миссией на оружие Панчева, или как там его, Данчева, учитывая, как я помирал там в той миссии, которая была самая тяжелая. Так, нам дали кучу ресов, нам дали кучу какого-то эквипа. Кстати, бегательные тапки. Кому-то нужно перезарядиться? Не, все в порядке. Ну, Эдвард.
Ты заслужил второе имя. Поздравляю. Хотя у тебя нет бороды здесь, но мы-то знаем. Быстрая зачистка, всплеск адреналина. Поздравляю, ты почти готов. Может взять ему скрытность и оставить ему эту броню скрытную? Потому что это получается 50% скрытности будет иметь. За счет двух скорости. Либо аугментацию ему какую-то сделать на скрытность. Мутацию пока я не знаю такую. Скрытные бегалки. К примеру. Скрытное туловище, да? Тоже будет 40. И дать ему топор. 50 плюс 75. То есть он как скаут будет такой интересный. А, мы ж голову не сможем сделать, правильно. Ладно, поехали дальше. Подготовка. Инна почти докачалась. Роман. А что Роман? Ему нужно пока подняться. Подрыв я ему пока не даю, потому что пока не нужно. Вот, теперь он хоть может боеприпасы с собой потащить. Что хорошо. Зелф, 35. Копиш. Эйс, 20-ка. Поздравляю, жажда крови. Потом возьму бомбардира на будущее, а потом начну выкачивать его вот здесь. Но если превращается, конечно, в имбанутую такую штуку. Лалец в голову кожана. Уклонение в ближнем бою, конечно же. Кача сам. У тебя что? У тебя ановский дробовик, окей. Ждем. Эдварда мы покачали, Женя, ждем. Арию что ли начать качать? Но, кстати, об этом не написано абсолютно, но как мне кажется, насколько я знаю, без вот мутировавшей головы священник, по-моему, не может использовать свои обилки. То есть, в принципе, у нас мутации, те, которые я хочу священнику, есть. Это вот точные ноги и голова священника. Либо это будет регенерирующее туловище. Голова, тулово, а на ноги мы ему что-нибудь оденем. И дадим ему, наконец, имя. Снайперов, кстати, можно мутировать ногами вот этими. А бионику им давать туловище на точность с пауэрлифтером. Скрытности не будет от слова совсем. Но зато точные будут снайперы. Абсолютно дурные. Или дать им скорость плюс 3. Потому что скорость это, конечно, невероятно полезный навык. Ладно, будем думать. Текарос в любом случае станет тяжелым вот таким парнем. С обычными человеческими ногами. Ладно. Ну вот здесь вот священник, которому надо голову переделать и все норм, в принципе. Предел безопасности. Угу. Ну не знаю. Надеюсь, что в будущем в игре появится возможность это обходить с помощью технологий, разве что. Пандора вирус за один день и 9 часов мы исследуем. А вот дальше что делать?
понятно. У нас столько лабораторий на самом деле, что мне их столько не надо. Ладно, будем изучать как безумцы. Отдохнуть чуть-чуть и дальше. Ага, центр элитной подготовки у ребят делаются. В смысле ты не полетел? О, стойте, техники. Я же хотел одного. Сколько ты стоишь? Сколько ты стоишь? Что? Одуреть. Ну я же хотел одного. Ха. Офигеть. А есть где-нибудь это со скидкой? 774. Макдональд. 774, 170. Вот этот, по-моему, без аугментации. Мне без аугментации, пожалуйста, можно? Техника. Одного. Пожалуйста. Очень, очень нужно, пожалуйста. Ну, видимо, нет. 774, 170. 715, 187. Вот этого, наверное, наймем. Интересно, от чего цена зависит. Да. 715. Тут сюда мантикоры можно завернуть. Да. Я же с нюджериками планирую все-таки подружиться и попробовать использовать техника в этой компании, потому что в этой у меня его... В прошлой у меня его не было, и даже и близко. Не, ну да, мантикора. Там есть дешевый пацан. Вот тут по пути твоего следования, да? 87, 715, 390. Давай, за ним загляни. Мы пока отдохнем на базе. Хранилище 1. Это вот ты, что ли? Включись. Тоже электрогенератор я зачем-то. Блин, а можно нападение на убежище? От пандаранов получить какое-нибудь, а то мне ресурсы типа нужны. Каких-то бешеных ресов эти пацаны стоят вообще. Экипаж полностью вылечился и отдохнул. Ну что, надо лететь на какую-то миссию. Что, просиживать штаны на базе? Вот тут есть какой-то поблизости вопросик. Ну, прям так все затуманено, что можно было бы, ребята, уже и какое-нибудь крутое логово мне сделать. То 22% я начинаю уже переживать за тему того, что мы не снижаем этот процент никак. Стой. New Jericho Heaven. Отлично. Пандараны нападают. И New Jericho, по идее, после этого выдадут нам миссию. Синедрион с ними как-то не очень. Но... Может, New Jericho и Ану нападут и подружатся. Эх. Так, единственное что. Все, пожалуйста, взяли в руки годные пистолеты. Сколько у тебя боезапас? 8. Нормально, всем должно хватить.
Роман, ну, как-то так. Кислотные гранаты. Да, могут пригодиться. О, Джеймс Варден. Автотурель Гаусса. А какие патроны покупать? Что, вы хотите сказать, что мне нужно сотку каждый раз на турель тратить каждую миссию? Что у него за голова? С дезориентацией, кстати. Неплохо. Метельная броня техника. Ножная броня. Такое среднее. И две турели ему дают. Снаряжение он ни черта использовать не может. Аугментация у него зачем-то голова. Ладно, она точная, в принципе. Чё? Потом ему ноги дадим. Бегательные. Броню мы тебе найдем, парень, не переживай. Пока что ты безымянно посиди у нас на базе, поучись жизни. Так вот, я не закончил проверять его. 4 эйс. 5 кожан. Качасан. Мы едем за мутагеном в конце-то концов, так что нам нужно настрелять. Вообще, что у меня тут по эквипу, который можно было бы попробовать? У меня дробовиков нормально сделано, кстати. Что радует. Есть тапки бегательные. Возможно, Кача-сан их дать. Кому-нибудь нужны бегательные тапки? Хэвики, понятно, они хэвики. Я их на пустой, на открытой местности обычно оставляю. Поэтому они в броне у меня будут ходить. Вот Кача-сан можно тапки дать бегательные вполне. У Эда просто вот эти вот прочные ботинки. Да. Ладно, поехали, что размышлять. Техник к нам летит тренироваться. Техника и жреца я должен в свой отряд добавить по-хорошему. О, кстати, они нам дадут дофига материалов, как раз-таки нам очень нужных. То есть Ану дают, походу, вот яблоки эти Нижерика материалы, а эту дают Синедрен. Высокий уровень опасности. Форт Аврелий, да. Защищаем Нью-Джериков. Топовый отряд наш. Но нам понадобится дофига очков, чтобы и жреца, и техника, взяв в отряд, раскачать. Нам нужно будет в них вливать, конечно, общие очки. Скорее всего, придется менять Романа и Инну, потому что они наименее прокачаны, но я еще посмотрю по рандомным перкам. И на их место возьму этих ребят. Конечно, там, по-моему, не очень скиллы у техника, надо посмотреть, выпали такие середнячковые. Но я еще посмотрю, что там выпало. Но что поделать, возможно, Инну или, ну, Романа оставим для второго. Понятно, что мы их оставим для второго состава, который как рано или поздно у меня так и будет для зачистки карты с большой скоростью. Но по перкам Инну еще надо посмотреть. Дефолт не жериковский.
Layout. Но это уже будет в следующем эпизоде. Надеюсь, этот коротенький эпизод вам понравится. Здесь, по большому счету, был один менеджмент. Но записывать две миссии, это будет двухчасовой эпизод. Так что встретимся с вами в следующем. С вами был Андеркун. Пока-пока.